По поводу заправки хотел записать видео. Хоть и пользуюсь косами Husqvarna, но система заправки мне понравилась штилевская. Купил себе штилевские канистры. Вот раз, и вон там вторая. Заливаю у них по 5 литров, мешаю с топливом, с маслом. И очень удобно заправлять, смотрите как. Так вот раз, раз нажал вот так вот. И заправляется. Сейчас она булькает, булькает, булькает. Как остановится, значит, все. Опустил полное. Вон, видите? Полный бак. Снимаю с рук, как бы оператора у меня нету. Поэтому, может быть, не очень качественно видео получилось. Но как получилось, так получилось. Ладно, это я хотел рассказать про штилевскую систему заправки. Все, всем спасибо, всем пока.